Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы посмотрим на игру, которая называется Герои X против зомби. Так, куда нам кликнуть? Ага, бросили монеточку с тобой. Загрузка, все дела. Это прекрасно. Так, поздравляем, вы заработали 10 гемов. Бонус. Спасибо большое. Ух ты. Так, что такое? А, можно... Понял, ребята. Экипировка. Короче, друг, герой, NPC. Так, русского языка, я так понимаю, в этой игре нету. То есть, подожди. Я могу выбрать друга, выбрать NPC. Ты кто такой? Не знаю, ребята. Ну, предположим, я его как бы взял, наверное, да? Или что я сделал? Ну, друг. Фиг знает. Короче, батл. Ага, у нас здесь есть история. Есть версус моды. То есть, друг против друга. И защитный мод. То есть мы должны то ли защищаться от кого-то, да, от зомбарей, судя по всему. Ну, давай, наверное, историю проходить. Ага, уровень первый. Предположим. Уровень сложности нормал, здесь есть хард. Хард пока нам недоступен. Погнали. Интересно посмотреть, что это за игра, ребята. Что она себя вообще представляет. В первый раз я ее запускаю. Что, к чему и почему, я пока не знаю. К чему мне тут готовиться... Ага. Ты гляди-ка. Так, какая-то смерть тут, а? С косой. Идет какое-то обучение у нас, да? А-а-а. То есть, это мы сюрики, что ли, с тобой бросаем? Понял, теперь ББ. Ну, три раза надо. Ну, я сделал, отлично. А-Д. Прекрасно. БД. Так, БД это... Ну, это тяжело запомнить такие комбинации. Так, ран, бежать. Предположим. Так, а здесь у нас дэш. Так, подожди, бежим. Вот так вот, понятно. Вперед, вперед и Б. А, подсечка. СА. Угу. Двойной прыжок. Это получается СС и А. СС. О, даже как можем. СБ. Угу. СС и Б. Слушай, ну тут ударов много. Так, что? Закончить туториал? Да, закончить. Get ready fight. Хе-хе. Мне вот этот вот... Персонаж, который сзади меня, почему-то напоминает Леонардо из Черепашек-ниндзя. Не знаю, ребята. Так, короче, мы можем сюрики. Эй, подожди, куда? Да, я с ними разберусь. Зомбарям здесь не место. Так, погнали. Так, монетки мне нужны. Ох, ничего себе там. Красиво сейчас было сделано. А развернуться ты можешь, паричка? Левел ап я получил. Там как-то я уже забыл комбинацию, которую мы с тобой изучали, если честно. То есть я могу там что-то хоп-хоп-хоп. Ага, добивочный. Так, монетки. Я думаю, что монетки нам для чего-то здесь нужны будут. Ну, неплохо так разбираем. Что-то слишком часто левелап у нас проскальзывает. А, Б. Оу, даже так можем сделать. Да, прекратить туториал. А монетки все-таки нужно собирать, ребята. Они сами к нам не придут. Понял, как я могу сделать? Вот тебе и ниндзя. Так, подожди-ка, что это такое? А, ты можешь брать. Вот как даже. Давай-ка мы с тобой заберем это все. Иди сюда.
Так, я помню эту комбинацию. Ага. Она не срабатывает, ребят. Почему она не срабатывает? Она же должна срабатывать. А, я не ту комбинацию сделал, ребята. Вначале надо А, потом Б. Вот только в этом случае. Кстати, вот что-то вот насчет... Видишь, как-то не всегда срабатывает у нас с тобой этот. Так, возьмите кто-нибудь из вас. Возьмите кто-нибудь вот эту вот. Как ее брать? На какую кнопку? Ага, вот. А, мы с тобой прошли. А почему только две звездочки, а, ребят? Так, ну что, у нас с тобой... Второй уровень. Сейчас попробуем так сделать. Ой, взяли зомбаря, поднялись с тобой. Так, давай-ка я вот это вот все заберу. Пойдемте. А что это они тут ползут все? Беспощадно их будем бомбить. Ага. Герои против зомби. Да, приду... О, подожди-ка, у нас тут... О, хилпоинт. Так, за мной, ребятушки, за мной. А что это такое S? S? Это, видимо, какой-то суперудар. А как он делается? Блин, такого мы не проходили с тобой. А, это, наверное, кликнуть надо. Ух ты! Ну, такая кнопка, ребята, у меня не задействована, поэтому приходится мышкой кликать. Так, ладно. Я взял какую-то... Почему я взял ниндзю? Я не хотел. Я бы лучше бы он Леонардом поиграл бы, если честно. Слушай, ну тут как-то легко. Сколько звездочек дадут? Опять две. Так, ребята, у нас следующий уровень. По идее, третий. Ну-ка. Тут зомби-то хоть будут усложняться? Или все-таки же ватные будут? Ага, я монетки, ребята, собираю. Я собираю монетки. На-ка, бомбочку. На, нормуль. Отлично пошинковал. Просто прекрасненько. Тут вода у нас еще какая-то. Ну и что ты тут? А как мы же можем бросать же их, да? Брать и бросать. Ну и что ты тут? Зомбарик. Такой деловой. Подожди, надо помогать нашим ребятам. Все, пошинковали. Выходим. Выходите, выходите. Там делать нечего. Ать, не получилось. Этот взял своего, молодец. Красавчик. Так, запрыгнуть не может, да, по ходу дела. Так, тихо, 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 тихо. Что-то, родной мой. А что нам дает левелап? Ну, ага, тихо, тихо, смотри, какой здоровый. С топориком в голове. А ну-ка. А что такое БА? Так, нам с тобой что-то показывает. БА. Ну это вот так вот делается. Ага. То есть мы с тобой получаем уровень. Да? Мы получаем уровень, и у нас с тобой открываются новые суперудары. Ну или спецудары, как хочешь их называть. Я понял. Так, прошли здесь или нет? Стоп, подожди-ка, нам показывают вернись назад. Я, видимо, кого-то пропустил, что ли? Точно, друзья мои? Оказывается, нужно всех зомбарей уничтожать. Нельзя оставлять в живых ни одного зомби. Дед. Чего ж вы раньше-то не сказали? Теперь-то я могу. Теперь мы прошли с тобой. Ну, пока все как-то очень легко, довольно-таки. Опять две звездочки. Кстати, у нас магазин есть тут. И что у нас тут в магазине? Давай посмотрим. Квест.
Заработали с тобой гемы. Гемы для чего-то нужны, 100%. А вот для чего? Тут не только гемы, тут еще и золото мы получаем. Предположим. Так, рекорды НПС героя ивент. Ну, с ивентами как-то непонятно. Ага. Этого можно, видимо, ребята, активировать за гемы. А мне можно другого персонажа взять? Можно. Оу. Купить 200 голды, а у меня, понятно, у меня тут 200 тысяч, а у меня всего лишь 5 тысяч. Так. Могу вот этого взять, экипировать. Вот это вот с пистолета, по-моему, да, девчуля. И ниндзя. Это 6 уровня, этот 1. Ну и если я, к примеру, возьму вот это вот, экипируем. А, тут еще можно кастомизацию делать. Кастомизация, понял. Что-то дается бесплатно, да? Что-то можно приобретать. Ну ладно, фиг с ним. Так, ну что, я взял вот эту девчулю. Погнали. Тут еще и босс, видимо, будет, да, в конце. На 4 уровне мы. Блин, с какого перепуга я вдруг один-то? Эй! Ну, я так не согласен. Ох! Хе-хе-хе! Голодранцы! У каждого персонажа, ребята, свои удары, я заметил. Только вот что это за супергерой? Вот скажи-ка мне. Там написано «Супергерои против зомби». Ух-ух-ух. Вот это надо, вот это наяривает, ребята. Неплохо мы так с ними разбираемся. Иди сюда. На-ка. Левел ап. Отлично. Врубаем топотуна. Топотуна. Что это за слово такое? Ну, я хотел сказать топотун, короче. Так, тихо. Я хочу что-нибудь такое новенькое, знаешь, придумать. Какую-нибудь комбинацию. Там же их много всяких, насколько я помню. Там можно как с разбега делать. Их все и не запомнишь, если честно. Ах ты. Видишь, тут еще синенькая полосочка гвард есть. То есть защита. Вот как она должна срабатывать, эта защита? Тут чисто даже голову, что ли, от зомбарей прыгают? Серьезно? Так, я вижу хп-ху, взяли. Слушай, ну одному сложно играть. А куда мои эти-то, друзья-то делись? А? Вот, ребят, ну как так-то? Нифига, тут даже можно окна, что ли, подбивать? Серьезно? Точно. И за это ты зарабатываешь очки, как ни странно. Так, А, Б. И что это будет? А, Б. Ох ты. Ты понял, да? Если ты жмешь А, Б, вот такой вот удар делается. Ну, он слабенький какой-то, если честно. Вот туда вот вниз лучше, наверное, не падать, мне кажется. Там шипы. Не хотелось бы, конечно, на этих шипах поелозить. Ну что, ты готов, зомбарь? Готов. Голову пошли прыгать. Ну и что ты, вот, куда, вот что ты пришел сюда? Что ты вот пришел сюда, а, зомбарь? Ну-ка попробуем так кулаком. Ага. На-ка. Супер удар был. Так, вот это вот я должен забрать тут все. Ой. Ну-ка. Вот он, это супер удар. Причем, я так понимаю, ребята, я абсолютно ничего не трачу. Никакой энергии, да?
Он просто у меня доступен, и все. И больше пока никаких суперударов у меня недоступно. Так, подпрыгнуть, подпрыгнуть, ага. Так, разворачивайся. Эть, до тех монет я почему-то допрыгнуть не могу, к сожалению. Нет, все-таки нужно брать компаньонов. Блин, одна звездочка всего. Ох, ё-моё, это что у нас такое? Серьезно? Ать! Не на... Оу! Нет! Так, друзья мои, тут я не знаю даже как быть. Если вот так вот дальше пойдет, мы с тобой просто будем улетать. Ух, опять то же самое, а? Блин, сложно. Как быть-то тогда? Эть! Видишь, она этот комбо делает. И все, ребята. Да чтоб тебе, да хорош. Блин, как опасно-то, а? Что? Что еще за... Ребят, какие-то новые монстры здесь появились. Бегающие зеленые, не знаю, как назвать, собаки. Так, отходим. Опасный какой-то уровень сам по себе. За счет того, что если ты упадешь, я даже боюсь вот этот суперудар делать, который у меня накопился. Понимаешь, да? Даже еще Джейсоны появились. Иди ты. Это что за... Ох ты! Тихонько, блин. Идет, идет, идет голодранец. Ну падайте все вниз. Ах ты, допрыгнул, гаденыш. Поехали. Отходим. Отходим. Я тебя сейчас там ручонками своими загребущими домахаюсь. Ну давай, давай, давай. Подползай, подползай. Я просто, ребят, не хочу здесь сделать лишних движений. Не понял. Сосался, ты видел? Прошли. Фу. На 3 звезды? Нифига себе. Так, можем не зайти в шоп опять? Блин, я хочу напарников себе. Вот. Вот так вот, например, да, мы можем с тобой сделать. И тю-тю-тю-тю-тю. Вот так. Ну вот. Друг и NPC. Вот так-то вот совсем по-другому, ребят, хоть. Ну что, давай еще посмотрим. Так, у нас с тобой 6 уровень. Слушай, а тут всего... Да, посмотрел. Называется, хотел глянуть, сколько вообще этапов. Неужели только 2? Не, не верю. Ладно, давай, погнали. Хочу дойти до босса. М? Подожди-ка, я не понял, а почему... Почему друга мне не дали, а? Ух ты, она с пистолетом. На-ка. Нате вам, зомби никчемные. Что ты там ползаешь, а, хрюндель? Так, сейчас буду кулаками их бомбить. На-кася. Ох, как замечательно. Так, тут у нас хпшка висит. Ну, пока она не нужна, хотя я возьму ее. Хороший такой расколбас идет. Так, на выход. На выход. Левел ап. Какой там уровень-то у нас с тобой получается, я даже не знаю. Здорово, зомби. Нет, она с пистолетом, это, конечно, я все понимаю, замечательно, но... Ты хотя бы урон бы наносила бы. Хоть какой-нибудь. А она стоит вплотную с этими зомбарями. Все, что ли? Быстро как-то прошли. И сколько звездочек? 1, 2. И все. В магазин забегу. Как друга-то мне получить?
Здесь вот ниндзю я вот поставил, да? Ниндзю. Ниндзя НПС. Готов, ты, говорит, потратить 5 гемов. Ну, в общем, я, ребята, уже потратил. Ну вот, теперь вот будет хорошо. Поехали. Я вот хотел смотреть, посмотреть, что здесь. О-хо-хо-хо-хо-хо. А я про какие-то тут две стадии говорю. Нет, ребята, тут как минимум 5 стадий. А мы с тобой... Подожди, а почему-то я здесь звезды не получил? Эй! А для того, чтобы пройти дальше, нам, видимо, нужно 30 звезд. Так, ладно, погнали. Хочу, ребят, посмотреть. Почему этот уровень мы с тобой вроде бы проходили? Или я опять что-то путаю? Ладно, сейчас посмотрим. Герои Икс готовы. Ух! Команда Гуфи, да? Что такое? Что это за хламон здесь? Дай-ка я монетки соберу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Родунку мою не губите. Так, я не понял, что-то... А эти зомбики, смотри-ка. Оу. Слушай-ка, они... Они крепкие здесь. Ничего себе. БА. И что это такое будет у нас? БА. Ох ты, как хорошо. БА атака, да? Неплохо так. Ну да, она будет получше. Это вот у нас получается по 46, а тут по 107 отнимает. Этого ниндзю хотел сказать. Этого зомби валим. Где он? Упал? Нет. Накосе. Все, готов. Дед. Дуплился. Чехвостный. Так, подожди-ка, я вот эти вот монеты заберу. С вашего, друзья мои, позволения. Какой гигантский, а? Так, мост. Во. Так, нам нужно с тобой вот этот рычаг нажать, чтобы этот мостик опустился. Как там, как он там действует? Во, погнали. Так, берите за... Хотел сказать, берите за жетухи, кому надо. Что-то не могу понять. А почему мы решетку-то бьем? Зачем нам решетку-то эту бить? Не пойму. А, она преграждала нам путь. Вот оно в чем дело. Я тут монетки прыгаю. Да. Чего? У нас напарница отдуплилась, ты прикинь? А нет, вот она опять появилась. Ну-ка. Что-то она вообще не алё, ребят. У нее в руках пистолет, но... От него никакого толку нет вообще. Так, помогаем ломать. Да, я представляю, там новый герой, который там есть, ты видел, да? В костюме киборга. Это было прикольно. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, сделаем с тобой суперудар. Ух, как я его обожаю. Такой классный суперудар, на самом деле. Так, монетки собираем с тобой. Там 200 тысяч стоит новый герой. А у меня всего лишь 10 тысяч. Так что каждая монетка на счету. Ого. Вау, левел ап я получил. Скоро, наверное, еще какой-нибудь новый суперудар у нас будет доступен. Так. Куда мы? Ага, все, прошли. Ладушки. Сколько звездочек дадите? Две. Слушай, две звездочки, это я все понимаю. А как именно зарабатываются три? Это по очкам, по ходу дела, да? Или как? Фиг знает. О-о-о-о, сразу же, да? Слету. Ну-ка. Да ты хоть стреляй, зачем тебе дан этот пекль, извини меня? Чтобы с этим и хлюпать. Опа. Да ну. Накося. Выкуси-ка. Так, я монетки пособираю пока.
Так, ты будешь двигаться сегодня или нет? Нормуль. Воу-воу-воу-воу. На-ка. Отлично. Голову только подлетали у этих хламонов. Сейчас повыпендриваюсь. Так, у нас с тобой супер удар накопился. Кстати, его надо бы поставить на отдельную кнопку, ребята. Сейчас, секунду. Ну вот, поставили. Так, что нам? Лезть наверх? Окей. А эта шпана что не идет со мной наверх сюда? Эй! Так, тут чисто голову, что ли? А если мы с тобой супер удар? Воу! Круто, мне понравилось. Так, подожди, мы можем с тобой... можем. Но не сейчас. Сейчас нужно разбираться. Да что так... Что такое, я не понял. Эти псы совсем оборзели. Так, дай-ка я это окно разобью. Вандал такой, да? Видишь, монетки оттуда выскакивали. Так, нам предлагают наверх. А что там у нас наверху? Так. Да ладно. Как мне наверх-то подняться? Все, отлично. Так, тут еще и сердечко. Ох, как я все хапнул. Рычаг. Погнали. Ух ты. Это что за зомби, за новенькие такие зеленые? Надо их вот так, ребята. Супер удар. Еще один. По теме. Ну-ка. Есть контактиш. Просто одни головешки отлетают. Так, мне еще... Блин, у меня половина уровня, ребят, только. Половина. Все, нет, надо тут ломать. А, вон и ворота. В принципе, этот уровень уже, можно сказать, пройден у нас. Есть. Вырубили. Сколько звездочек? Ну, как всегда, две, наверное. Ну, да. Так, погнали. Ох ты! Ребят, тут шипы. Аккуратнее. Ты думаешь, я тебя испугался, что ли? Если ты щит взял, думаешь, тебе все можно, что ли? На-ка. Правильно, так их, охламонов этих. О, фонарь тоже, оказывается, можно разбивать. Тут все бьется абсолютно. Как я погляжу. Голову вот это, конечно. Тихо. Клевенько. Так, скоро уровень получим. Скоро мы получим уровень, и, соответственно, это я разобью. 120 очков. Ах, как классно. Маски послетали, да? Дай-ка я подберу. Сейчас кидану в них. На! Все, получили свое. Так, ребята, прыжки. Аккуратненько. Ух ты, сам-то что делаю? Что, персонажи все мои отдуплились? Так, тихо. Нормульток. Просто раскромсонно делаем. Уровень получил, ребят. Но новых супер ударов не получил. Так, подожди-ка. Окна, конечно, окна надо разбивать. Все. Двигаемся дальше. А что вы спустились-то? Я думаю, не надо. Надо вот так вот сделать. Это что, я не помню. Че? Зомби с винтовкой. Не кисло придумано. Иди отсюда. Правильно, на шипы ему. Так, подожди-ка, окно. Воу-воу-воу.
Так, делаем с тобой суперудар. Нет, наверное, лучше вот так вот сделать, ребят. Что-то уж тут слишком мощно их. Куда ты прешь, а? Сейчас похрюкай тут. Хрюкает мне еще. Так, а это что такое? Оу. Типа тисачка я взял. Ну и что ты тут делаешь, хрюндель? Он блокируется. Кстати, я ведь тоже могу блокироваться. Давай, давай, давай. Все, да? Ну да, мы прошли с тобой этот уровень. На 2 звезды, как обычно, да? Ну, естественно. А когда у нас будет босс, а? Кто-нибудь не скажет? Погнали. Так, тут какие-то, по-моему, новые зомби, да, у нас, да? На-ка, на-ка. Куда побежал? Куда побежал, дурачок? Разогнался он там. Все, нет? Нет, не все. Так, столбы-то эти можно же ломать. Да чтоб тебя. Можешь просто их сломать. Угу. Не хочет. Так, а я могу вот так вот просто их бомбить, например? Нет, а эти мне, конечно же, помогать не хотят. Да я запарюсь так каждый стол бомбить. Тогда я возьму. Ну где вы там? Твердолобые. Суперудар. Классно. Так, голова. Голова прыгает здесь. Дай монетку. Так, молодец. Эта девчулька уже, ну, с пистолетом, по крайней мере, не так плачет, как раньше. Уже, ну, держит удар, по крайней мере. Ух ты. У-у-у. Ты серьезно? Ну, это уже, по-моему, перебор, ребят. Зомби, извини меня, с гранатометом. Это что-то с чем-то. Конечно, я пойду и разберусь с ним. Это понятное дело. Так, подожди. Надо запрыгнуть для начала. Да ё-просоте. Ты можешь просто запрыгнуть сюда, а? Раз, два, три. Сейчас, блин. Ну. Вот и все. Нет, не все, ребят. Вот теперь все, по-моему. Жалко, мы не можем, конечно, взять вот его оружие, да, которым он там пользовался, гранатометом, там или что-то еще, или винтовка. Так было бы прикольно. Так, забираем это все. Фига, у вас тут целое ордище. Так, у меня за руль это тратится. Какой бросок через себя. Все? Все. Так, тут ломаем. Ломаем, ломаем, говорю. Тихо. Ух, тут площадочка. Да что же вы там бестолковые-то такие? Так, у меня какой-то новый, ребят, персонаж почему-то вместо ниндзи. Ниндзя что ли погиб, получается, как бы, да? Ну что же, этот уровень тоже пройден. Сколько звезд? Понятно. Блин, когда босс-то будет, а?
Скажи-ка мне на милость. По моим расчетам, он уже должен был быть. Но его почему-то нету. Да отвалите вы. Ах ты. Грязная зомбарятина. Так, опять ниндзя, да, вернулся к нам? Да, друзья мои, вернулся к нам ниндзя. Он идет, кучка Джейсонов. Так, ты можешь нормально вот сюда встать? Ну и чё? Куда вы побежали-то все? Маски... А, они... Понял, они, ребята, в защиту встают. Да, витрину сломали. Ё-моё. Так, давай вот эти... Да, подожди, да что ж ты... Она входит в раж и начинает уже там такие кренделя без моего ведома делать. Витрину здесь сломали. Так, дай сюда нож. Ой! Ничего себе, вот этот... Да чтоб тебе! Ты посмотри, что творится. Сейчас, подожди. Почему-то я не могу туда залезть, почему-то. Эй! Оу! Сейчас у меня... Зашибись! Упал, называется. И что? Контини за 10 гемов. Да. Да-да-да-да-да. Ты будешь оттуда вылазить. Я одного не понял, почему я сюда не мог запрыгнуть в тот раз? Все могу, почему тогда не мог? В чем проблема? Так, зомбарятина. Совсем что ли оборзела? Из-за них я, кстати, тогда проиграл, а? Все, готов. Ну... Видишь, они еще блокируются, гаденыши. Суперудар. Я вообще-то думал, что будет суперудар тут действительно такой мощный. А он наносит, конечно, повреждения массовые, но не убивает всех сразу же. А копится довольно долго. Вот что я тебе могу сказать. Так, ну что, поднимаемся наверх. И что? Вот так вот. Не будем с тобой вывески эти, да? Опа! Да неужели босс, друзья мои? Так. Это не шуточки. Ого! Уходим. Отойдем. Я не хочу подставляться под этот удар. Уходим! Фига он бомбит. Да, тут лучше делать вот такой вот. У него осталось здоровья мало, ребят. Давай сюда деньги. Мои любимые монетки. Сколько звездочек дадут? Раз, два, три. Аллилуйя. Так, ну что, ребята, давайте в шоп, наверное, зайдем, да? Так, смотри, мы можем с тобой взять вот такого 10 уровня дружка. Так, квесты выполнили. Соответственно, забираем с тобой 3 гема. Ух ты, тут еще у нас, ребята, 1000 голды. Еще 1000 голды. Вот это я понимаю, да? Так, что у нас тут еще? Рекорды. Рекорд. А что это за титул? Не знаю, ребята, заставка, наверное, или еще что-то вроде. Ну что, дорогие друзья, давайте тогда с вами на этой ноте закончим этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых встреч. Удачи вам!